Омские кадеты сразились в юмористическом шоу КВН на сцене культурного центра «Химик». За победу сражались 9 команд. Одна из них – юные курсанты подшефного класса Федеральной службы исполнения наказаний. Ребята успешно преодолели все отборочные испытания и прошли в следующий этап. Одного из участников коллектива члены жюри признали лучшим актером игры. Спасибо родителям за многодетную семью. Спасибо ванной комнате, которую мы делим на 5. Теперь я знаю, что такое биться до последней капли. Спасибо крестным, что не отнимают много времени. И там хочется сказать спасибо учителям. А вы говорили, без вашей школы в люди не выберешь.